прикол, тут в местном магазине продуктовом, большом, в Кэш-н-Кэрри, куча китайцев, блогеров, накупают продукты и ведут прямые эфиры, и пробуют это все. Прикольно очень выглядит, я такого не видел. Так, друзья, я, в общем, все выяснил. Оказывается, это китайские блогеры. Они ведут трансляцию на специальной китайской платформе, рассказывают подписчикам, какие на вкус эти российские сладости. А потом, короче, подписчики делают им заказы. И они вывозят через таможню целую кучу коробок с этими сладостями и продают их там, собственно, этим подписчикам. Вот такой бизнес. И ребята, которые здесь работают в торговле, говорят, что как только вся эта история началась, вырос спрос, и вообще эти сладости китайцы скупают просто тоннами.